Привет, друзья! Я играю в игру Таксимания. У меня есть машина с названием Бомбила. И сегодня я в нее посадил пассажира с узнаваемой внешностью. И решил проверить, так ли на это на самом деле. По фотографии через поиск Google можно выяснить, что это за человек. Я скопировал фотку и вижу, что да, действительно, я не ошибся. Это фотография президента Казахстана. Назарбаев Нурсултан Абишевич. Я уж не знаю, давал ли он свое согласие на использование своей фотографии в игре Таксимания, но такой пассажир там есть.